Дайте женщине пару туфель, и она перевернет абсолютно весь мир. Удобных туфель, прошу заметить, так. Дайте женщине. Вот сейчас должна быть, мне кажется, барабанная дробь. Вот прям. Так-так-так. Это что-то невероятное. Модельные, элегантные, лаковые лодочки с десятой полнотой. Вот знаете, если вы искали себе элегантную, стильную, женственную модель первых леди, но не могли подобрать к своей ноге, сегодня мечты сбываются на телеканале Шоппинг-шоу. Туфли «Испанский танец» с самой лучшей большой полнотой, десятой. Посмотрите, какой комфорт вы сегодня получите, когда приобретете туфли «Испанский танец». Вот, посмотрите, посмотрите вот сюда. Это легенда бренда Марка. Вот оно обозначение 2XL. Невероятная увеличенная полнота, которую мы сейчас с вами здесь видим. Это белорусское производство. Это бренд Марка, который нам позволяет получить вот такой. Ни в одном магазине никогда вы не встретите модельные лодочки с такой полнотой. Красота невероятная, блеск. Посмотрите, сияние. Я сразу хочу спросить, а это лаковая кожа или как это называется, или это эко-кожа? Это лаковая натуральная кожа. Натуральная кожа сегодня в туфлях «Испанский танец», да еще и десятая полнота. Вот знаете, сразу хочется вас спросить, вот если вы на каком-то мероприятии или на работе, скажите, к вечеру хочется туфли снять, косточка мешает, на пятку давит, нам боли мы ощущаем, но мы все эти проблемы, Лер, можем решить сразу. Абсолютно, да, легко и просто. Причем вообще я тебе должна сказать, что мы даже не собирались эти туфли сегодня вам представлять. Но нам пришло такое количество писем, такое количество просьб от наших милых барышень, которые помнят эти туфли. Они у нас были, появлялись ранней-ранней весной, только единожды в эфире. Сейчас всем необходимы не только элегантные, качественные туфли, но туфли с большой полнотой. Ведь согласитесь, мы с вами очень часто отказываем себе вот в такой обуви, просто потому что не можем найти ее для себя по стопе. Сегодня только по вашим просьбам очень маленькая партия появилась в нашем эфире. 100% кожа и внутри, и снаружи. Снаружи лаковая кожа. Красота невероятная. А натуральная кожа, да, очень красиво смотрится, эффектно. Я напоминаю, десятая полнота. Но знаешь, что еще бывает? Очень часто в модельной обуви очень сильно давит на пальчики. Вот пальчики все сдавливают, так больно приходится. Да, давайте посмотрим на две особенности нашей обуви. Так. Мягкая стелька, которую мы сейчас видим. Вот почему эти туфли мы будем с удовольствием носить целый день. Или, например, целый вечер, если отправляемся на праздник. Ну и вот о чем ты спрашивала, Лен, посмотри, но перед этим хочу еще тебе хитрость показать. Что это? Вот вспомни, если ножка отекает к вечеру, где первым делом начинает давить? Да. Вот эта часть, помните, когда отекает нога, и мы с вами получаем вот здесь неприятные ощущения. Все предусмотрено. Белорусский бренд Марко, посмотрите, у нас здесь с вами вот такой даже маленький разрезик на свободу. Ну а вот, Лен, ответ на твой вопрос. Посмотрите, у нас здесь мыс не просто скругленный, где пальчиком удобно, у нас мыс высокий, объемный. Вот именно благодаря этому им комфортно. Ведь если мыс плоский, вспомните, как часто натираются больно пальцы. Он потом даже опухает иногда к концу вечера. Но здесь, посмотрите, все предусмотрено для нас с вами, для нашего комфорта. Пальчики будут чувствовать себя абсолютно идеально комфортно. Позвольте сегодня себе идеальные, элегантные туфли «Испанский танец». Знаешь, можно танцевать в таких туфлях хоть до утра. Вот Мариночка уже, по-моему, в пляс спускается. Вот, а представьте, что Марина целый день на ногах, между прочим, не просто на ногах, на высоком каблуке. Конечно, к вечеру нога устает, конечно, уже хочется тапочки надеть, но в таких туфельках вы можете еще и всю ночь протанцевать. Давайте посмотрим, что нам здесь позволяет это сделать, измерим высоту каблука. Посмотрите, у нас с вами 6 сантиметров, и не только на это обращайте внимание, не только на высоту. Из высоких это самый комфортный, пожалуй, каблук. Так, а почему? Обращайте внимание, как он расположен. Так. Видите, где идет ось нагрузки? Вот. То есть у нас с вами нагрузка идет и на пятку. Как правило, в модельной обуви, вспомните, у нас с вами вся нагрузка уходит в мысочную часть. Вот сюда вот, правда же? А благодаря тому, что каблук высокий. Здесь на пятку нагрузка, на мысок нагрузка. Плюс вы помните, внутри мягкая стелька. А это значит, что вы снимаете нагрузку со стопы полностью. Вы получаете легкость и комфорт ваших ног. Вот знаешь, я никогда не думала, чтобы создать туфли, нужно
нужны математическо-физические расчеты. Посмотрите, как все действительно под каждым уголочком все сделано так, что у нас с вами абсолютный комфорт. Два цвета, черный и бордовый. Боже, выбирайте свой любимый цвет. Ну, а эти туфельки, конечно, мечта каждой женщины. Во-первых, натуральная кожа, которая всегда будет служить вам долго, всегда пригодится, будет актуальна. Ну и, конечно, десятая полнота. Это что-то невероятное. В туфлях, в модельных, в лодочках десятая полнота. Это уму непостижимо. Я такое встречаю действительно впервые. И это только благодаря тому, что мы говорим с вами о бренде Marco. Это белорусское производство, известная фирма, которая себя зарекомендовала. Полностью натуральная кожа, всего 6 сантиметров высота каблука. Ну и, конечно, мы с вами говорим про лаковую кожу. Лаковая кожа мало того, что всегда выглядит очень дорого, она легка в уходе. Вот смотри, Лен, если мы с тобой, ну мало ли, под дождик попадем, да, еще что-то. Вот лаковую кожу достаточно сухой салфеткой, представляете, она как новенькая. Легкий уход абсолютно, но при этом я вам хочу сказать, что даже у вас, если десятая полнота, то ножка, вот мы сейчас видели Маринину, выглядит просто очень изящно, очень легко. А как вот понять, какая полнота и подойдет ли она на мою ножку? А давайте посмотрим. На самом деле это очень просто, но, кстати, это очень важный момент. Смотрите, что делаем. Вечером ставим нашу ножку на лист бумаги и измеряем мягкой лентой объем вот там, где косточка, самую широкую часть стопы. Потом эту цифру в сантиметрах находим в табличке вместе со своим размером. И, например, смотрите, на 38 размер у вас получилось 23,4. Значит, ваша полнота семерка. Но, на самом деле, дорогие мои, я считаю, что не нужно усложнять себе жизнь. Измерили объем стопы. Позвонили. Нам в колл-центр сказали операторам все цифры, все, они вам сразу помогут сами сориентироваться. Но, как правило, все женщины знают, что если стандартная колодка им не подходит, полнота увеличенная. Вот это как раз значит, это ваши туфли. И, кстати, это еще, знаешь, Лен, обувь для дам в возрасте, у которых очень часто стопа становится шире и просто не подходит модельная обувь. Выбирайте свои туфли, испанский танец, натуральная кожа, десятая полнота.